Напередодні Нового года добрачынная акция «Наши дети» протягивает дзеяць цуды и здзяйсняць мары. Сегодня свято прошло в Гомельском дитячем доме. Гоноровые гости ранішніка, помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко и представники Гомельского облвыканкама. У якости головного подарунка выхованцам установы грошовый сертификат на набытье спортивного обсталявання. Я ознакомился с работой его учреждения. Действительно уникальная, очень хорошая здесь материальная база, педагогический состав. Ознакомился, конечно, и с детками, которые здесь проходят и воспитание, и учебу, реабилитацию в том числе. Хочу сказать, что здесь много делается для того, чтобы дети полноценно развивались. Зараз у Гомельском дитячем доме выховывается 62 дитяти во возрасте от 3 до 18 годов. Двое из них являются сиротами. Батьки остальных детей, позбавленные правов, альбо по інших причинах, не могут выполнять свои обязанности по их выхованию.